Да, будем на вебинаре показывать синхронизирующие упражнения и асинхронные по формуле ФА. Сейчас покажу один маленький кусочек. Вот, например, сейчас коронавирус, все борются с коронавирусом, ситуация неопределенности. Как носоглотку прочищать? Руки-то мыть надо, и главное носоглотка, да. И смотрите, что надо делать, синхронизирующий прием. Такой простой. Точка здесь, нажимаем на точку, а в это время делаем выдох и поднимаем ногу, потом другую. Вот смотрите, это точка хэгу, да, общеукрепляющая, для уха, горла, нос. А теперь смотрите внимательно. То есть я выдыхаю в момент, когда поднимаю, это синхронизация. Это синхронизирующий прием. Смотрите, у меня сразу как стал. Уже откашляться хочется. Но вы можете проверить. А потом будут асинхронные приемы, асинхронизирующие, которые это противоположные действия, конкурирующие между собой. Такой многозадачник, да? И когда вы его будете делать, а я там на вебинаре все покажу, и то, и другое, синхронизирующие, асинхронизирующие, и когда вы будете делать асинхронизирующие, тогда у вас состояние возникает такое, высокое состояние самоорганизации мозга, нейросетей, такое состояние, когда все эти противоположные асинхронные действия каким-то единым дирижером согласуются, и вы выходите на такое состояние, когда вам хочется работать, решать проблемы, у вас море энергии, но это просто изумительная штука, формула ФА. Узнаете все и научитесь сразу.